Всем привет, ребята, с вами Цино, и это новая рубрика «Спецвыпуск». В этой рубрике, ребята, мы будем обсуждать такие праздники, как Хэллоуин, Новый год, Рождество, 14 февраля и всякое такое. Так что вы меня поняли. Новая рубрика, и я это делал именно ради Хэллоуина. Потому что скоро Хэллоуин, и я снимаю видео, так как я каждый год снимаю новое видео, как вы знаете. Первое видео вы можете посмотреть вот здесь. Это самое первое. А с Хэллоуин прошлого года вы можете посмотреть вот здесь. Знаете, ребята, я задал себе один вопрос, кем я буду на Хэллоуин? Я не знал, реально, я думал, что закажу какой-то костюмчик или закажу грим, но оказалось нет. Осталось мне пару дней на Хэллоуин. Я 2 дня подряд смотрел, кем мне быть. Я думал сначала быть где-то полгода, я думал быть Майклом Джексоном. Купить там куртку Триллер или куртку Битет или еще какую-то. Но нет. Потому что для Майкла Джексона это как-то банально, что я буду Майклом Джексоном, так как я его практически фанат. Не практически фанат, а я его фанат. И это будет банально. Я потом думал быть Гарри Поттером. Заказать мантию Гриффиндор и все. Но это тоже как-то банально, что я буду ходить. Конечно, это прикольно, и я бы хотел эту мантию, но, может быть, потом куплю ее просто так на видео, чтобы снимать, может быть, делаю какие-то промо-ролики, мини-видео-ролики, какие-то пародии, может быть, если сниму, то у меня есть какие-то планы, но сначала надо написать сценарий. Вы понимаете, что это сложный процесс. Но так что мы сейчас не об этом говорим, мы говорим о Хэллоуине. Да, но я смотрел 2 дня подряд видео Make-up в Ютубе. Я сначала забил make-up in Halloween. Там мне выбило там ребята красятся не акварелью, гримом. Гримом они красятся, но я не могу здесь найти грим. У нас в Ужгороде, у нас маленький городок. Я нашел какие-то краски, сейчас я вам покажу. И это не краски, как это грим. Я пробовал, вообще не получается ничего. Вот они, ребята. 6 цветов. Синий, желтый, красный, белый, черный, зеленый. Ну, реально. Хорошо, что сразу признается, что сделано в Китае. Кем я буду на Хэллоуин, это я буду зомби-боем, ребята. Да, зомби-бой. Я думал много, я думал, что буду опять Джокером или что-то. Нет, зомби-бой самый лучший и самый удачный, кем я мог быть. Я был 2 года назад как зомби-бой, и мне понравилось очень. И не так и сложно его делать, конечно. Я смотрел много там разных, там очень... Ну, есть разные, конечно, чтобы там разрезать или еще что-то. Но это долгий процесс. А это не очень долгий и самый прикольный. Можете хоть как. А кем будете вы? Присылайте вниз ваши комментарии. Или даже можете прислать, например, видео, когда... Постарайтесь снять видео, когда вы будете там рисовать себе на лицо или что-то. Постарайтесь снять на видео и прислать мне. Это, конечно же, для меня будет большое удовольствие, и я попробую снять какое-то новое видео. И, если честно, то я тоже хочу снять себя на видео, когда меня будут красить. Это прикольный процесс, я 1 раз снимал, и я это выставил в Инстаграм в прошлом году. Меня сестра красила. Я это выставил в Инстаграм, и это прикольно. Но только я снимал на телефон, а сейчас я поставлю штатив перед собой, и сестра меня будет красить, конечно же. И это будет, я думаю, прикольно. И следующее видео, которое будет, это обязательно будет посвящено Хэллоуин мейкап. Это 100%, я вам гарантирую. И может быть, я опять сниму видео какое-то на Хэллоуин, видеоролик какой-то с музыкой, там все такое. Может, даже постараюсь что-то придумать, какое-то страшное, еще что-то там. Посмотрим. Может, даже 2 дня будем снимать, возможно, потому что у меня в голове есть снять как пародии на Триллер. Это надо хотя бы 2 дня снимать. Сначала перед Хэллоуином за день, потом на Хэллоуин, когда мы уже все одеты, когда мы уже все разукрашены. Ну, я еще посмотрю, что снять. Ну что ж, ребята, на этом все, на этом закончилась моя новая рубрика «Спецвыпуск». С вами был Цино Балок, и, конечно же, я его еще раз вам повторяю. Я в следующем видео постараюсь снять видео, как мне делают мейкап.
И я вас тоже прошу снять видео, как вам делают мейкап. Потому что в следующем видео я хочу сделать не только, чтобы мне делали, и вам. Как бы я буду снимать и здесь видео вот так, как я сейчас говорю, и обсуждать. Не как Макс плюс 100-500, а просто, например, мне прислал вот такой вот кое-то, и я включаю ваше видео. И потом, может быть, или в самом начале, или в самом конце, я покажу свой. Если вы не снимете, то я просто сниму себя и выкладу это на мой канал. Это будет не очень как-то прикольно, и если вы мне отправите видео, это будет супер. Так что ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, пишите мне комментарии, отправляйте мне свои видео на YouTube канал, то есть сообщение, там можно отправить сообщение, можно там прикрепить видео, или просто оставляйте ссылку, я потом скачиваю. Вконтакте можете отправить мне ссылку, или просто отправить мне видео, или как вам удобно в общем. Можете там снизу в комментариях, как вам удобнее, реально. Так что подписывайтесь на мой канал, еще ставьте палец вверх, я вас очень всех люблю. И на этом все. Bye-bye.